Северной Осетии сегодня вспоминали погибших во время трагических событий осенью 1992 года в пригородном районе. На Аллее Славы во Владикавказе возложили цветы и венки защитникам республики. В памятной церемонии принял участие глава Сергей Миняйло, вице-премьеры Русланбек Икаев и Лариса Туганова, представители Кабинета министров и общественных организаций. Траурное мероприятие также прошло в селении Камбилеевское. В нем приняли участие премьер Борис Джанаев, представители министерств и ведомств. Делегация возложила цветы к мемориалу славы защитников. Память погибших почтили в поселке Южный. Председатель парламента республики Таймураз Тускаев и первый вице-премьер Мурат Агузаров возложили цветы к мемориалу.